За прошлый год, время первого этапа мусорной реформы в Карелии, компания «Автоспецтранс» обновила и увеличила парк контейнеров и спецтехники. Около 100 населенных пунктов республики впервые заключили договоры с региональным оператором на вывоз мусора. Главная дальнейшая задача более масштабная. Карелии предстоит перейти от примитивного сбора и захоронения мусора к этапу сортировки. Это и выделение из создаваемых объемов ТКО полезных фракций, которые можно направить на вторичную переработку, и таким образом, понимая прибыльность этой доли ТКО, обеспечить пусть постепенное, но снижение тарифа для населения и для юридических лиц. Мусоросортировочный комплекс планируется построить на месте действующего полигона в Ворзиге. Правда, рассматривается еще и Заозерье. Сейчас идут непростые мероприятия перевода земель в нужный для этого статус. Система предусматривает, что мусоровозы после весового контроля будут разгружаться на специальную линию, где и будет проходить сортировка. Вручную отбираться, например, бумага, картон разного вида, пластик, стекло и металл. Что с этим делать, у регионального оператора уже есть представление. Пищевая фракция, которая также будет отсортировываться сепаратором, возможно, производство из нее рекультивационного грунта. Эта идея, ну, все сразу, конечно, эта стоимость таких объектов очень большая, поэтому в планах у нас это все есть. А еще в планах приучить жителей Карелии, в городах, у которых есть контейнеры для раздельного сбора мусора, разделять этот самый мусор. Пока пластик. Большинство специальных емкостей, 50 штук, находится в Петрозаводске. Их количество в этом году будет увеличено минимум вдвое. В небольших населенных пунктах такой сбор пока не оправдан логистически, дорого, да и мосты на дороге не позволяют проезжать тяжеловесным автомобилям. Тем не менее, для раздельного сбора отходов разрабатывается план по введению его на всей территории Карелии, в том числе с участием республики в программе «Предприятие». Приграничного сотрудничества. Анжела Маркевич, Владимир Волотовский, Владислав Будников, Сампо ТВ 360.